Наслаждение живой музыкой, рождающейся на глазах импровизации, яркими и запоминающимися выступлениями виртуозов джазового коллектива – такие впечатления хранятся в памяти долгое время. Искушенные любители одного из самых противоречивых жанров и те, кто впервые знакомится с джазом, одинаково восторженно аплодируют оркестрантам, ведь это музыка – чистая эмоция, которой делятся артисты с восторженным залом. Теперь побывать на концерте джазового оркестра могут и жители отдаленных сел Восточного Казахстана. Жители сел Глубоковского района стоя аплодируют после концерта джазового оркестра «Биг Бенд», который дает выступление в рамках гастрольного тура. Музыкантов радушно приняли в поселках Опытное поле, Прапорщиково, Уварово, Алтайский, Кожохово, Глубокое. Каждый выход на сцену сопровождался долгими овациями. Гастроли состоялись благодаря поручению акима области и активному содействию Управления культуры в рамках реализации программ «Рухани Жангыру» и «Ауыл Елбес». Сегодня в рамках программы «Рухани Жангыру» мы отправляемся в гастрольный тур по селам Глубоковского района. В программе замечательные произведения казахстанских композиторов в джазовой обработке и западных композиторов. Концерты проходят бесплатно. Целью наших концертов является знакомство с прекрасной джазовой музыкой, прекрасными нашими казахстанскими авторами, ихними аранжировками, ну и знакомство вообще с этим видом искусства, с джазом. И каждый, кто хоть раз соприкоснулся с таинственным и притягательным миром джаза, уже не сможет быть равнодушным к этой музыке. Не случайно этот жанр в разное время был и символом мейнстрима, и контркультуры, а теперь прочно закрепился в статусе элитарной музыки. Сегодня мы побывали на концерте, на джазовом концерте. Нам очень понравилось. Пусть приезжает еще. Давно мечтала посмотреть джазовый концерт вживую. Очень понравился концерт. Музыканты отлично на нем выступили. Мне понравился концерт. Был вообще классный. Я как вокалистка оценила это все на 10 баллов. Мне очень понравилось. Приезжайте к нам еще. Музыканты не скрывают, что чистая энергетика зала – самая важная и неотъемлемая часть любого выступления. И особенно приятно, когда ее дарит неискушенная публика. Это значит, что благодаря концерту в чьей-то душе появится место для искусства. Карина Мурадова, Анна Мацепула, Ирина Санникова, Алтай Акпарат.